Вот, мы сейчас продолжаем гулять с вами по Вад-эль-Хафи. Я спустился... Это около Гило. В Иерусалиме около Гило. Да, это не Гило. Это само Гило. Вот мы ходим по... Мы далеко а, Гило, даже не Гило, Пискадзеев. Я уже это... Да. Пискадзеев, вот. Да. Я сейчас спустился прямо в русло ручья, скрытого. Вот, зимой здесь есть хороший поток. Опа. А летом здесь сухо. Летом здесь не так. Но это вот камни. Здесь можно вспомнить ту самую легенду про потерянные 10 колен Израилевых, которые по легенде, рассказанной в Талмуде, сказать Сангедрин, проживают за порогами загадочной реки Шамбатьон. Это река непростая, это река из камней. Вот видите, подо мной камни. Течение, но не водное, а камнями. Вот. И река работает 6 дней в неделю, кроме шаббата. И вот за порогами этой реки. А еще говорит Гемара Ахурей Гарей Хошах. За горами мрака живут эти загадочные потерянные 10 колен. Вот можно вспомнить, видите, вот такой ручей сейчас весь в камнях. Летом, понятно, сухо, это уже не ручей, а овраг. А вот зимой это будет настоящий такой полноценный ручей. Вад-эль-Хафи.